чем преимущество небольшой надувной лодки? Ее удобно транспортировать, легко собирать, не требуется особых условий хранения. Легкую лодку практически невозможно утопить, и она имеет большую грузоподъемность. Еще в 1991 году в Харькове было начато производство надувных лодок «Брик». А сегодня эту продукцию можно приобрести более чем в 30 стран мира. От небольших разборных лодок до шлюпок профессионального применения, яхтовых тендеров и роскошных красавцев серии «Игл». Тест-драйвы, которые постоянно проводят специалисты разных стран, подтверждают колоссальный запас прочности и надежности лодок «Брик». Не менее важно обеспечить и комфортность передвижения по воде. Эргономичность и удобство, элегантность стиля способны удовлетворить самых требовательных заказчиков. Один из главных секретов надежности этих лодок – специальная лодочная ткань, армированный пятислойный ПВХ. Гарантия на материал 5 лет. Модельный ряд лодок «Брик» весьма демократичен и позволяет выбрать себе лодку по вкусу в большом ценовом диапазоне. Современная продукция «Брик» — несколько серий лодок с пластиковым днищем. Отличная гидродинамика, ходовые характеристики, комфорт и безопасность — все это с каждым годом повышает популярность лодок этого класса. Продукцию «Брик» отличает единый стиль во всем. Свежие разработки инженеров и дизайнеров, использование передовых технологий и специальных материалов. Постоянное совершенствование технологического процесса обеспечивает высокое качество лодок и популярность «Брик». Всемирно известный бренд сегодня продолжает подтверждать свой высокий уровень и безупречную репутацию.